Итак, парни, у нас тут человек готовится к чемпионату мира по стрельбе из лука ломом. Смотрите, какой бодрый малый. Сейчас он берет. Оба. Ну, залп. И сколько ж ваша стрела-то весит? Килограмм 25. А далеко летает? Вот, метр на полтора, бля. Ну это почти что как метание молотом или бросание диска. Похуй, могу повторить, бля. Повторите-ка. Может быть, в этот раз результат будет более крутой. Успешен. Да, ну-ка. Итак, заряжай. Оба. Я, блядь. Оба. О, слушай, ты так можешь беспилотник сбить даже. В Брянске, блядь, отсюда, в Орлу. Тебя срочно надо ставить на пожарную каланчу. Так, а сейчас... Спортсмен хочет повторить то же самое, только с лопатой. Итак, выстрел. Не воткнул. Что за беда? Полный ты здесь. Я понял. Ну, лопата даже меньше, чем лом пролетела, блин, что-то слабовато. Заряжайте тогда уже еще раз. Результат. Итак, посмотрите на мышцы. Сейчас эта лопата улетит в небеса. Итак, выстрел. Во, вот это да, ты смотри, аж бетон треснул. Тихо. Во. Вот это выстрел. На линию выстрела. Итак, стреляют чемпионы. И-ха! Вау! Класс! Куда ты? Куда ты убежал? Что там? Троеборье, блядь! Троеборье! Кидается копье! Ну, Геракл, давай! А сейчас, походу, будет кидаться лопата! Итак, блядь! Метание молота! Самый лучший результат. Все, на чемпионат.